Дорогие друзья, у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний, неизлечиваемых современной медициной. Подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео. Благодарю вас за внимание. Дорогие друзья, всем привет! Всех с пятницей! И сегодня в пятницу разговор пойдет о сынах и дочерях, о родителях, отцах и матерях и о том, почему никак не может восстановиться взаимопонимание в большинстве семей между отцами и детьми. Извечная проблема отцов и детей. Все родители питают надежды в отношении своих детей, так или иначе. Но эти надежды только губят их. Нужно еще освободиться от опеки своих родителей. Так же, как однажды ребенок покидает чрево матери, иначе оно станет для него причиной смерти. Ведь так? Через 9 месяцев ребенку необходимо появиться на свет. Ему нужно покинуть тело матери. Ребенок должен выйти, как бы больно матери не было. Какую бы пустоту она после этого не ощущала. Затем однажды наступает день, когда ребенок должен освободиться и от ожиданий своих родителей. Только тогда, впервые в жизни, он по праву становится человеком самостоятельным. Тогда он становится на ноги. Тогда он действительно становится свободным. И если родители поступают осознанно, с пониманием, то они помогут стать ребенку осознанным. Насколько это вообще возможно и как можно быстрее. Они не будут воспитывать своих детей с целью использовать их. Они будут учить своих детей любви. Что значит использовать, я думаю, многим понятно. Саморефлексировать на своих детях, посвящать им свою любовь и цель жизни. Настала пора родиться совершенно другому миру, где люди работают. Плотник будет работать, потому что он любит лес, учитель будет работать, потому что он любит учить, обувщик будет шить обувь, потому что ему это нравится. Сегодня же происходит полная путаница. Обувщик стал хирургом, политик стал плотником, оба недовольны. Кажется, что вся жизнь бурлит от гнева. Посмотрите на людей вокруг. У всех сердитые лица, хмурые, как будто они только что покушали какашек. Кажется, что все не на своем месте и занимаются не тем, что им по душе, не тем, для чего они предназначены природой. Кажется, кругом одни неудачники. Все испытывают неудовлетворение из-за самого понятия выгоды. Оно преследует их выгода, понимаете? Расскажу интересную притчу. Попав в рай, одна женщина застенчиво обратилась к ангелу, райскому писарю на входе. «Скажите, – спросила она, – а можно ли мне увидеться и поболтать с кем-нибудь, кто попал сюда раньше?» «Ну, конечно, почему нет?» — ответил писарь, — при условии, что лицо, которое вы имеете в виду, оно уже находится здесь, а еще не на земле. «Да, о, она в раю, я уверена в этом», — сказала женщина. «Собственно говоря, я хочу увидеть Деву Марию». Ангел закашлялся. «Да, знаете, так получилось, вот, что она находится в другом секторе. Но если вы настаиваете, то я передам ей вашу просьбу. Она любезная дама и, возможно, пожелает посетить соседний район». Просьбу ей передали, и она действительно проявила любезность. Прошло совсем немного времени, когда женщина оказалась в обществе Девы Марии. Женщина долго всматривала в сияющую фигуру перед собой и, наконец, спросила: «Пожалуйста, простите мое любопытство, но я всегда хотела спросить вас об этом. Скажите, каково иметь такого чудесного сына, что после его ухода сотни миллионов человек молятся на него, как на Бога?» Дева Мария поразмыслила маленько и ответила. Говорит: «Честно говоря, милая, мы надеялись,
с его папой, что он станет врачом», — ответила Дева Мария. «Родители всегда надеются, и их надежда становится ядом. Вот что я вам скажу. Любите просто своих детей, но никогда не питайте на их счет какие-нибудь надежды. Любите детей как можно сильнее, и пусть они чувствуют, что их любят искренне, а не по какой-то практической причине». Понимаете, о чем я говорю? Что значит практическая причина? Это значит взять и заставить ребенка быть тем, чем вы хотите, чтобы он был. А для чего? А для того, чтобы вы в старости чувствовали себя комфортно, чтобы ваши дети вас обеспечивали. Или по другим причинам, чтобы проявлять к ним свою любовь, холить или лелеять и так далее. Особенно это матерей касается. Ну и отцов, в принципе, тоже. Любите детей безгранично, и пусть они чувствуют, что родители их любят такими, какие они есть на самом деле. Они же не обязаны исполнять ваши требования. Дети вправе выбирать, чем им заниматься. Но это никоим образом не должно повлиять на родительскую любовь к ним. Это что же за любовь-то получается? Что если ты хочешь делать то, что тебе по душе, то ты говнюк, и я тебя не люблю. А если ты, мой сынок, делаешь так, как я тебе говорю, то ты зашибись, и я тебе буду и помогать, и денег тебе давать, и все остальное. И у тебя все дороги открыты. Так, что ли? Какая же в этом любовь-то? Это диктат называется, а не любовь. Родительская любовь, она по определению должна быть безусловной. Только тогда можно создать совершенно другой мир. Тогда люди смогут сами выбирать, чем им заниматься, что им нравится. Люди, естественно, потянутся туда, где их влечет подсознание. Как можно закрывать им эти двери перед носом, а иногда этими дверьми хлопают так, что всю морду детям расшибают. Вот о чем стоит подумать убежденным родителям в том, что их ребенок должен стать очень практичным бизнесменом, если тот все детство берет в руки музыкальные инструменты. Может быть, ему стоит стать музыкантом, может быть, он станет вторым Моцартом. Но откуда вы знаете? Ваше нежелание услышать желание своего ребенка предопределяет его и вашу, и его несчастливое будущее. До тех пор, пока не человек, пока человек не почувствует удовлетворение, что пока он не найдет нечто более важное, чем необходимая работа, свой праздник души, свое призвание, он никогда не будет счастлив. А особенно иметь таких родителей, какие у него есть. Ибо родители – это причина его неудавшейся жизни. И как можно родителям рассчитывать на какое-то благоволение своих подросших детей, если вы им устроили такую несчастливую жизнь? Он не будет вам за это благодарен. Ему не за что просто вас будет благодарить-то. Благодарят же не только за деньги, а за счастье. Многие с деньгами сидят и чешут репу, и несчастливые они. Что им с этими деньгами делать? Ну да, они все попробовали, все сделали, все купили, у них все есть. А счастья-то нет. А есть, правда, забот еще полножопа огурцов эти деньги сохранять, чтобы их не украли, не отобрали другие. А также нужно предвосхищать свое «я» перед всеми остальными, потому что там свои правила. У кого слон... У кого слон толще, у соседа или у тебя? И это бесконечное сравнение, оно идет прям до самой смерти. И все, и человек теряет свое счастье. Удовлетворение человека возможно только в том случае, если к нему не относиться как к вещи, так не относитесь к своим детям как к вещам. Его же назначение – стать человеком, а не вашей вещью. Его назначение – осознать свою внутреннюю ценность. Его назначение – стать самодостаточным. Вот такая простенькая передачка. Друзья мои, если есть какие-то мысли по этому поводу, не стесняйтесь, пишите. Я с удовольствием с каждым поговорю, и мне интересно знать и ваше мнение по этому поводу, и что вы думаете. Всем спасибо, всем пока, всех целую. Всех люблю. Здравие тела и ясности ума. Аз есмь сущий. Здесь и сейчас делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание.